чувашский народ очень трепетно относится к фольклору. Петь любят от мала до велика. А тут еще и повод имеется – 550-летие города Чебоксары. Эту дату без внимания не оставили и в редакции Таванрадио. Здесь стартовал конкурс «Поющие Чебоксары». Уже присланы несколько работ. Вы можете с ними ознакомиться в группе радиостанции ВКонтакте и проголосовать за понравившийся вариант. Стать участником может любой желающий, независимо от возраста и национальности. По условиям нужно сочинить частушку на русском и чувашском языках, спеть и снять на видео. Главное, чтобы запись велась на фоне городских пейзажей и текст частушки был посвящен городу, а именно паркам и скверам, памятникам и улицам, предприятиям и организациям. Хорошо она здесь живется, отдыхает, поется. Вам бы только отдыхать, в этом нужно меру знать. Чебоксарам все под силу, мы сами. Сомнения разлим. Отдыхай, парить, работать. Мы, поверьте, мы умеем. Готовый материал необходимо прислать в группу Таванрадио ВКонтакте или на почту по адресу tavanradio@mail.ru. Мы ждем от наших радиослушателей, от жителей Чувашской республики частушки собственного сочинения. Неважно, один куплет, два, три, можно 10 куплетов прислать. Главное, чтобы вы там показали свою оригинальность, свою изюминку. Если вы не владеете музыкальным инструментом, ничего страшного. Можно исполнить частушки и соло. Видеоматериалы мы ждем до 5 августа. Затем соберется комиссия, которая состоит из сотрудников городской администрации. Хорошие подарки ждут участников от Таванрадио и от администрации города. Сувенирную продукцию, посвященную 550-летию Чебоксар, получат самые креативные и веселые авторы частушек. А главный приз будет вручен на главной сцене в день празднования Дня города.